Привет всем! У нас завершилась благотворительная лотерея, и сегодня мы будем разыгрывать приз. Приз – это два бокала ручной росписью на выбор. Есть два набора из двух бокалов, и у победителя будет возможность выбрать такой набор, какой он захочет. Вот один набор – это ручная роспись в стиле кружева. А второй набор – это разноцветные листья с золотым контуром. Расписывала я их самолично. Вот эти красавцы, вы можете их увидеть. И, как обычно, условия участия лотереи я выставляла у себя в группах, в Одноклассниках и на Фейсбуке. Кто состоит в группах, тот должен быть в курсе, что проходила такая лотерея, и у каждого была возможность поучаствовать в ней. Билетик стоил всего 10 гривен. Вот такие вот красавцы. Также к призу прилагается эта замечательная бутылка красного вина с привкусом граната. Это сладенькое винцо, оно больше похоже такое на домашнее даже вино. И очень интересная бутылка. Я вам отдельно покажу, это будет во второй части видео. Я свяжусь с победителем, и я вам покажу, какой набор победитель выберет. И, естественно, покажу, какое вино едет также в подарок победителю. Ну что ж. Было всего 100 билетиков, все они уже на данный момент распроданы. Тиражная комиссия будет, как всегда, генератор случайных чисел. И мы переходим на этот сайт, генератор случайных чисел. Выбираем диапазон от 1 до 100 и нажимаем «Сгенерировать числа». Та-дам! И у нас выпало число 41. Переходим и смотрим, кто стал обладателем данного билетика. Итак. Вот, Влад Пассаженников купил билеты 41-65. Владик, я тебя поздравляю. Ты стал победителем. Ты выиграл такой замечательный приз. Я очень рада за тебя. Пусть эта маленькая победа станет началом множества побед твоих великих впереди. Естественно, крепкого тебе здоровья, удачи, счастья по жизни и всего того, чего ты хочешь. Но также хочу пожелать всем, кто поддерживал меня, кто как-либо принимал участие в моем нелегком пути, был со мной. Всем вам хочу пожелать и финансового благополучия, и семейного благополучия, мира, достатка, любви вам, естественно, крепкого здоровья, без него никуда. Будьте счастливы, счастливы по-настоящему. Радуйтесь и умейте радоваться каждому моменту своей жизни, каждому дню. Наслаждайтесь, наслаждайтесь тем, что вы живете. Всех вас крепко обнимаю и спасибо вам большое. Без вас бы я не справилась. А вот, собственно, и вторая часть видео. Я связалась с Владиком, он уже определился, какие бокалы он хочет. Вот эти два замечательных набора. Вот, видите, это роспись кружевная. У меня, кстати, на канале есть видео, как я расписывала эти бокалы. А вот такой вот стиль разрисовки бокалов. Разноцветные листья с золотистым контуром. На моем канале также выйдет видео, как расписать таким образом бокалы. И наш победитель выбрал два этих бокала. Очень красивый, очень хороший выбор. Ну, и какое вино едет к нашему победителю? Вот оно. Та-дам! Вот, посмотрите, обратите внимание, какая бутылка интересная. Тут такая вмятина в виде руки. Я так и называю это вино «Рука». Очень удобно, очень оригинальная бутылка.
И, кстати, у меня тоже есть на канале, как я расписывала такую вот бутылочку, декорировала ее. Вот название самого вина, самой марки Болград, если я правильно прочитала. А вкус вина вы можете прочитать внизу. Данное вино Граната Роса, как раз с гранатовым привкусом. Оно сладенькое и не крепкое. И похоже такое на домашнее сладенькое винцо, вот как бабушка делала. Очень вкусное. Даже я редко на празднике могу себе позволить пригубить это винцо, потому что оно очень вкусное. Так как я вообще не пью, но вот это вино на празднике я могу позволить себе пригубить, хотя бы чтобы вот почувствовать его вкус. Есть разное, есть белое, есть красное и с разными вкусами. Какой именно будет вкус, вы можете внизу прочитать. Ну, а вот пример, как я расписала эту бутылочку. Видео есть у меня на канале. Это акриловые краски. После я вскрыла универсальным лаком. И вот такой вот получился у меня декор бутылочки. Ее можно просто поставить, можно засунуть сюда свечку, можно поставить цветочек, типа как вазочка. Тоже симпатично, довольно-таки смотрится. Ну и вот, собственно, вмятина в виде руки. Тоже очень оригинально. Так, отправлять я буду новой почтой, и теперь мне нужно всю эту прелесть упаковать все тщательно, старательно, чтобы оно к Владику нашему победителю все в целости и сохранности доехало. Сейчас я и займусь упаковкой данного подарочка. Каждый бокал я отдельно заверну в бумагу. Это вот специальная бумага. Заверну также бутылку. Надо старательно и тщательно упаковать. Все красивенько, старательно упаковываем. Так. Теперь у меня еще есть такой мешочек. Упаковываю бутылку в мешочек. Вот у меня есть такая коробочка. Соорудила я вот гнездо такое, вот бутылочка хорошо влазит. Потом у меня есть вот такие вот штучки. Так. Ну, кладу одну, впихиваю. Теперь второй бокал. Сейчас еще газеты напихаю, чтобы сделать такое более благоприятное условие перевозки для наших бокалов и бутылочки. Так. Пожмякала таким образом газетку. Очень красиво. Так, закрываем. Вообще, коробка прямо идеально подошла для подарка. Супер.
Класс. Все дойдет в целости и сохранности. Я в это верю, на это надеюсь. И ты мне, Владик, обязательно напиши, все ли целое приехало. Все. Супер. Ну что ж, дорогие мои, всем всего наилучшего. И до новых встреч. Увидимся в новых видео. И да, можете подписаться на мой канал. Я много чего там делаю, и готовлю, и пишу картины, что-то создаю руками, что-то декорирую. Так что присоединяйтесь и смотрите, берите себе что-то на заметку. Все, до новых встреч, пока-пока!